сегодняшний праздник, День чуда архистратига Михаила в Хонях, имеет общее и с нашим днем. Как некогда, в те далекие времена, злая человеческая воля, исполненная через сердца язычников, задумали уничтожить храм, уничтожить ту традицию, те многолетние труды людей, которые созидали и устрояли жизнь, христианскую жизнь во Фриге, задумали уничтожить все это. Но архистратиг Михаил, который был явлен через по молитвам святого Архипа людям, эту злую человеческую волю изничтожил. Злые человеческие труды, которые были положены на уничтожение многого, были разрушены. И он направил те горние потоки, которые людским человеческим изъявлением должны были уничтожить храм, направил совсем в другое русло. И сегодня многие пытаются уничтожить, разрушить все то, что созидали наши предки тысячелетиями, веками, пытаются ложью покрыть несуществующее. И всем тем, кто пытается сегодня внести соблазн в жизнь церкви, разрушить те замечательные страницы истории прошлого, не смогут этого сделать, потому что сам Христос некогда сказал: «Созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее».